Всем здравствуйте! Чем сегодня будем заниматься? Смотрите, у меня есть такая табуреточка. Вот она такая вот. Она страшненькая, конечно. Вот, видите? Уже старенькая. 100 лет ей этой. Но она такая крепкая. И это моя помощница на кухне. То есть, что я делаю? Я ростом не вышла. И чтобы мне с верхних полок достать, ну, на кухне вот эти ящики, полки, или как их называют, шкафы, в шкафах, чтобы сверху мне достать, с верхней полки, мне надо взять либо стульчик, либо вот такую табуреточку. Табуреточка вот это самый раз. Но на кухне вот такая табуреточка меня, в общем-то, не устраивает. Так, я извиняюсь, у меня всегда стоит чай или кофе, поэтому не обращайте внимания. Ну, так как такая вот у меня, знаете, что когда я что-то делаю, ну, мне надо или чай, или кофе пить, вот, ну, чем-то таким занимаюсь. Так, ну и что же я буду с ней делать? Вообще, хочу сделать с нее красотулечку. Ну, не знаю, как это получится, красотулечка или не получится. Вот здесь вот у меня акриловая краска белая. Хочу вообще сделать декупаж. Мысль, конечно, не знаю какая, ну, вот... Верхнее полотно точно будет декупаж, а вот боковушки, и я так думаю, что если я сделаю все одинаково, то, наверное, это будет не очень хорошо. Поэтому вот здесь вот точно будет у меня декупаж, а здесь с боков, ну, пока я покрашу белой краской, а там в дальнейшем, возможно, я что-то, ну, поменяю как бы это другим цветом или еще там как-то, не знаю. Ну и пока я буду это самое красить, я с вами поболтаю еще в придачу. Так, с чего мне начать, как вы думаете? Снизу, да? Ну, наверное, сильно я развела. Не сильно она у меня белая. Ну, ничего, на 2 раза покрашу. Ничего страшного. Вот. Сегодня в лес ездили. Сегодня я еще, знаете, что хочу с вами вместе сделать? Раз уж я тут белую краску эту открыла. Я хочу посмотреть, как шишечки красить. А то ж мне надо поделочки будет делать к Новому году. И вот я буду, как это говорится, апробировать. Так, ну здесь я тоже покрашу, может быть. Что-нибудь сделаю там. Ну, там не видно будет, там-то, в принципе, и не обязательно. Но белый цвет покрашу, чтобы оно сильно не бросалось в глаза. Так. Вот. Кто-то меня потерял уже, наверное, думает. Ну, начала там. Не все же любят плетение из газетных трубочек. Кто-то мне написал, ну, знаешь, как-то меня это и не зацепило даже. Ну, ребят, ну, как сказать, масло не зацепило, меня зацепило. Вот в чем дело-то. Как это говорится, делай то, что тебе нравится. Чаюк. Дальше отставить, а то краски туда белые сейчас накапаю. Будет у меня чай с краской. Так. Ну, акриловая краска сохнет быстро. И, ну, не факт, что я в этом видео еще и декупаж вам покажу. И боковушки. Вот, знаете, как-то говорится, ходишь, думаешь, думаешь, потом в последний момент приходит тебе мысль. Бац, и ты ее начинаешь резко воплощать. Я не знаю, как у вас. Но вот у меня, знаете, вот это, даже вот эти поделки, которые новогодние, вот у меня последние. Господи, ходишь, 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 ходишь весь день. Вдохновляешься, вдохновляешься. Смотришь все эти поделки, кто как чего делает. Ой. А потом в последний момент тебе бах, как это говорится, сложился пазл. Ну и начинаешь быстренько все это делать, воплощать. Потом смотришь, а время-то уже тю-тю. Утром проснуться не можешь. Ой, беда, беда. Вот.
Что тут у меня фигня такая? Сейчас вам расскажу. В общем, короче, в одночасье. Ой, наверное, я это не буду говорить. То муж начнет говорить. Зачем ты это говорила? В общем, короче, я скажу. Пусть что хочет, то и говорит. Осталась я без земли. Ну, как без земли? Не у меня, у мужа. Есть сельскохозяйственный пай. Пай сельхозземли. Вот. И тут мы поехали, нам всегда давали на пай зерно. Поехали получать зерно же, все это. Позвонили, говорим, ну вот мы не можем же приехать и в пятницу, и в субботу. Короче, в пятницу мы не смогли поехать. Поехали в субботу сразу получать. Позвонили, там мужчина выдает зерно. Ему позвонили, говорит, приезжайте. Говорит, если что, потом деньги мне отдадите, я потом заплачу. Получите, а я деньги отдам. В общем, короче, мы туда приехали, а он нам говорит, слушайте, а вас вообще, говорит, в списках нет. Разбирайтесь, идите в контору. Ну, мой поехал в контору. Ему говорят, какой пай? Ты чё? Нам паи уже не надо. Вот. Ну, короче, я не знаю, как. Суд, конечно, мы подавать не будем на это дело. Сделано, конечно, все незаконно и несправедливо. Но я вот так думаю, может быть, это услышит прокуратура все вот мои разговоры. Хотя, не знаю, они же все равно смотрят. Увидят, так увидят. Пусть проверку сделают прокурорскую. Правильно они делают или нет. Во-первых, они должны были меня известить как бы об этом. Что, ну не меня, мужа, должны были известить, что они расторгают с нами договор. Это извещение нам до сих пор не пришло. Так, что они с нами договор, то есть договор с нами не расторгнут. Как говорится, заключались неизвестно когда, но если у нас договор был заключен, то он считается, если нового не было, то он считается пролонгированным. Это значит, что мы его продлевали из года в год. Вот. Если он аннулируется по инициативе одной из сторон, то эта сторона должна известить вторую о том, что у нас прекращается договор аренды. Ну, в общем, ходили к директору, он нам сказал... Мне ваш пай не нужен. Мы сколько себе надо набрали. Куда хотите, туда и девайте. Типа, ну я вам скажу, что вы получите ту землю, где распахана дорога. Ой, где нет пахоты, вы не сможете ее обрабатывать. В общем, там, где проходят дороги проселочные, болота и все такое. Вот. Конечно, можно подать на это все в суд. И посудиться. Вот, но опять же, суд дело неблагодарное. Это надо, знаете, иметь денежки, чтобы в суд подавать. Ой, что-то я... Подождите-ка, вспотела прям. Прям вспотела. Ой, что-то жарко. Вот. Судиться с совхозом. Или акционерное общество, кто они там, у нас средств нет. Типа мы вам где землю выделят, размежуетесь, но вы ее не сможете обрабатывать. Но, однако, директор, очевидно, забыл, что мы раз ему давали землю сельхоз угодий, а они привели ее в негодность, эту землю, они должны ее нам вернуть в том состоянии, в котором мы им сдавали. А сдавали мы им землю сельхоз угодий. И они должны были все это обрабатывать и делать, а не приводить в упадок. Вот. И теперь я даже не знаю, ну, то ли отказаться от этой земли, то ли дальше платить налоги, ничего не иметь. В общем, хрень собачья. Ну, пока думаем. Вот, не знаю, что делать. Вот, вот такие вот пирожки. Так, я все закрасила, походу. А тут что-то зачем-то начала.
Вот так, все, на один раз я покрасила. Ну, высохнет, может быть, мне и хватит этого. Так, сейчас еще здесь покрашу. И все будет замечательно. Вот. Ну, то есть, как это говорится, знаете, про эту землю же я опять. Они взяли, собрались там кучка. Конторские там, вот кто вот это сидит. Приближенные все. Родственники с Германии. Вот. И они там, знаете, между собой все это распределили себе хорошие земли и сказали, нафиг нам эти не надо, пусть они там числятся, пусть люди типа что хотят с ними, то и делают. Или, знаете, еще другой расклад может быть, как это говорится, сейчас люди подказываются, она нам так достанется, эта земля. Ну и такой вариант может быть. Поэтому, не знаю, думаем, что делать. Финансы пока не позволяют нам судиться. Вот. Поэтому вот так. Между собойчик устроили. А остальных кинули всех. Поэтому в одночасье, получается, я осталась вроде как бы с землей. Ну, не я, муж. Ну, мы как. Как это говорится, муж и жена, одна сатана. В общем, остались мы без земли. Вот так вот. Зато, когда выбирали нового директора, ой, все как за него, да он бесный, да он нас не обидит, да он это... Да кинул он вас всех. А, девчата говорят, ну и что, вот мы сдали в аренду, а что толку-то, мы ее не продать ничего теперь не можем, сроком 25 лет. А через 25 лет мы не доживем. Так она же по наследству перейдет. Кто-то другой сможет. Дети, внуки. Вот так вот. Поэтому, не знаю, надо еще, кстати, я с дочкой не советовалась насчет этой земли. Вот, обрабатывать. Самим видел делать. Самим обрабатывать. Мы уже не в том возрасте, чтобы, знаете, эти 25 гектар обрабатывать. Это надо же технику. Вот, еще неизвестно, какие там поля. Может быть, эти поля совхоз же здоровый был. Может, они у черта на куличках, эти земли где-нибудь, от центральной усадьбы. А это, скорее всего, так и есть. Что, скорее всего, у черта на куличках. Вот такие вот пирожки, такие новости. Вот пока я тут красила, я тут наболтала. Вот, ну, не знаю, может быть, на два раза еще покрашу. Посмотрю, высохнет, как будет себя вести. Так, все. Пусть стоит. Так, и теперь шишечки. Что я буду делать с шишечками? Сейчас я покажу вам. Так, ну беру вот одну шишечку. И у меня вот тут вот есть эта красочка. Не знаю, как ее. Вот так вот попробую. Ой, смотрите. Ой, смотри, красота какая получилась. Очень красивенько. Вот так. Так, это пойдет так. В дальнейшем так буду делать. Так, еще я, знаете, что хотела попробовать. Ой, где у меня? Вот этой своей серебряночкой-то. Там где-то кисточку я вроде готовила. Нет, осталось. Такая серебряная красочка у меня, про которую я вам говорила. Вот хочу ее попробовать, как она будет себя вести. Ну, слушайте, она тоже беленькая. Я думаю, что будет очень красиво смотреться так. Паутина какая-то там с леса завезенная. Смотрите. Намазала я вот этой вот серебряной красочкой. Она смотрится как белая, но она серебряная. Вот, видите, тоже красивенько, да? Поэтому можно и белой, и вот этой серебряной. То есть без разницы какой.
Но я так думаю, что вот это вот высохнет, вот это вот серебряное, она будет красивее смотреться. Хотя и белая тоже красиво. Вот такие шишечки я сегодня набрала. Ой, вообще прелесть. Все. Так, что я буду делать с этой табуреткой? Здесь что-то у меня много. Смотрите. В следующем видео или когда там у меня выйдет. Ну, в общем, следите. Я вам не скажу точно, когда. Вот, но я когда начну декупаж делать, я его сделаю. Вот. Ну и знаете что? Может, никто посоветует, что с этой землей-то делать. То ли сдать ее нафиг государству. То ли оставить платить налоги. Нужна она будет детям или не нужна, кто его знает. Мне-то она точно не нужна, потому что я с нее уже точно ничего иметь не буду. Вот, поэтому. Поэтому так. Все. Вот таким образом я ее покрасила. Все. Спасибо, что были со мной. Я и так уже с вами сегодня довольно-таки долго. Так, сколько там у меня минут? Ой, 16. Это уже перебор. Все. Сейчас я руки помою, все будет нормальненько, все здесь уберу, все в порядочек приведу. А с вами я на этом прощаюсь. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, давайте мне недельные советы. И по поводу вот моих работ, и по поводу вот то, что я сегодня про землю говорила, может, кто-то мне что-то подскажет. Все, всего доброго, всем пока. Всех люблю.